Здравствуйте и добро пожаловать на планету. Это видео поможет вам грамотно создать проект на нашем портале, сэкономить время, избежать ошибок и в конечном счете реализовать вашу идею. Прежде чем перейти к созданию проекта, убедитесь, что вы отчетливо видите конечную цель проекта и пути ее достижения. У вас есть своя аудитория, и вы знаете, как с ней общаться. Вы понимаете, что создание крауд-проекта накладывает на вас определенные обязательства, и вы готовы их выполнять. И вы не преследуете личные, политические и экстремистские цели. Если на все эти вопросы вы ответили утвердительно, краудфандинг и Планета.ру для вас. Начать нужно с названия. Оно должно правдиво отразить суть вашего проекта и заинтересовать публику. Далее выберите категорию вашего проекта, а также подготовьте детальное изложение вашей идеи. Дальше добавьте фото и видеоматериалы. В общем, все то, что поможет проиллюстрировать вашу задумку. Расскажите о своей идее так, чтобы ей заинтересовались абсолютно все. И будьте креативны. Во многом успех зависит именно от видео. Акции – это вознаграждение за поддержку проекта. Их должно быть много, и они должны быть разнообразные. Подумайте о количестве, цене и наполнении каждой из акций. И не забудьте о доставке. Далеко не каждый, кто поддержит ваш проект, живет в соседнем подъезде. Укажите, какая сумма вам необходима. Соотнесите ваши потребности и возможности аудитории. Помните, лучше собрать 200% от разумной суммы, чем не собрать и половину от раздутого бюджета. Также определитесь со сроком действия проекта. Мы рекомендуем от 1,5 месяцев до полугода. После того, как вы завершите оформление проекта и отправите его на модерацию, с вами свяжется наш менеджер, ваш будущий куратор. Финальный шаг перед запуском – подписание договора. Если ваш проект собрал меньше 50%, деньги возвращаются акционерам. Если достиг больше половины от заявленной суммы, комиссия планеты и платежных систем будет 15%. Если же проект успешен на все 100, то общая комиссия составит всего 10%. И разумеется, мы не взимаем свою комиссию с благотворительных проектов. Помните, запуск вашего проекта – это лишь начало большой работы. Используйте каждую возможность рассказать о нем. Задействуйте СМИ, социальные сети и, конечно, своих друзей и знакомых. Не забывайте, у вас есть обязательства перед теми, кто вложился в вашу идею. Акционерам будет интересно знать, как идет работа над проектом, и они непременно расскажут о нем своим друзьям. Мы искренне заинтересованы в успехе вашего проекта, но ваш энтузиазм должен быть больше нашего. Давайте работать вместе, и мы реализуем самые смелые мечты.